течет, а вдоль реки парнишка с девушкой идет, они идут и замедляют быстрый шаг. У парня вдруг блеснули слезы на глазах. Я ухожу, сказал парнишка, есть свой грусть не навсегда. Ты жди меня, и я вернусь. И он ушел, не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу. Рыдает мать, стоит как тень его отец. Ну как же так? Ведь он для них еще юнец. А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах. Он как и ты свою девчонку провожал, дарил цветы и на гитаре ей играл. И в тот же миг, когда на белый снег упал, он имя той девчонки кровью написал. Разгонит ветер, на границе серый дым. Девчонка та давно встречается с другим. Девчонка та, что обещала, подожду. Пришла весна, исчезло имя на снегу. Внимание! Государственный флаг Российской Федерации, флаг Всероссийской Организации Ветеранов Боевое Братство, смирно! Полшага, шага! Марш! Слово предоставляется заместителю территориального управления «Калининец» Сергею Николаевичу Ермаку. Уважаемые воины афганцы, уважаемые жители, позвольте мне митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, объявить открытым. Уважаемые земляки, уважаемые воины афганцы, сегодня в нашей стране отмечают знаменательную дату – 30 лет вывода войск из Афганистана. Это день памяти воинов-интернационалистов. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц, 18 дней. Для некоторых эта война длится до сих пор. Свыше 14 тысяч человек погибли в этой войне, более 300 пропали без вести. Подвиг воинов, проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм, навечно вошел в историю, как пример служения Отечеству. Вам, уважаемые воины-интернационалисты, выпало непростое время для службы. В списке тех, кто нес службу в Афганистане, много жителей нашего поселения Калининца. Некоторые из них не вернулись домой. Мы всегда будем помнить о них, как о героях.
оставшихся верными Родине, воинской присяге. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на войне своих родных и близких, своих мужей и детей. Самоотверженность, в которой наши парни принимали участие в вооруженных конфликтах, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в Великой Отечественной войне. Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг. В этот день желаю вам, дорогие воины, дорогие жители, здоровья, счастья, процветания и долгих-долгих жизней. Наши сам все товарищи выполнили свой долг с честью. Слава и хвала им. Независимо от того, какие задачи ставились государству. Мы с честью были там и с честью вышли оттуда. Честь и слава нашим всем погибшим товарищам. А наша задача всегда их помнить и поминать. И каждый год 15 февраля мы будем здесь с вами собираться и отмечать эту высокую дату. Спасибо. В нашей стране афганская война занимает особое место. Афганистан – наша боль и наша память. Более 620 тысяч прошли афганскую войну наших офицеров, сержантов, солдат, прапорщиков, служащих советской армии и военно-морского флота. Более 15 тысяч не вернулись с этой афганской войны, в том числе и наши земляки Дмитрий Попов, Державин, Подольский. Наши воины, выполняя интернациональный долг, проявляли мужество, героизм, достоинство и честь. Для воинов-интернационалистов Афганистан стал школой мужества, нравственной закалки. Участие в афганской войне – особый период в их жизни. Они были солдатами, верными присяге и долгу. Мы не можем и не имеем права забывать о ратном подвиге, мужестве, жертвенной отваге солдата-офицеров, их верности стране. Поименно вспоминаем наших погибших земляков. Мы скорбим вместе с их родственниками. Вечная слава и память героям. От всей души желаю всем мира и благополучия, крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. С уважением, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Николаевич Баранов. Боевые действия по выполнению интернационального долга – очень серьезные испытания для вооруженных сил нашей страны. Но героизм и преданность Родине во все времена отличали русских военных. Уважаемые воины-афганцы, в далеком южном государстве вы не только вели боевые действия, уничтожали бандитов, но и восстанавливали страну, обеспечивали продовольствие, медикаментами, строили школы, больницы, создавали условия для того, чтобы люди начали жить нормальной цивилизованной жизнью. Также хотелось бы отметить военнослужащих, решающих боевые задачи в Сирии, которые ни на минуту не забывали, что сражаются за интересы России, за свой родной дом, справедливое и правое дело. Это не только воинский долг и верность военной присяге, но и глубокое осознание ответственности перед страной за ликвидацию мировой террористической угрозы. Дорогие уважаемые братья и сестры, быть защитником Отечества – священная обязанность каждого из нас. Служить Родине – святой долг. Приказы не обсуждаются. Например, я служил на космодроме Байконур. Там была непростая ситуация, как на военной границе. Наш полк был в постоянной боевой готовности. Я знаю, как умирали товарищи, как было трудно выживать. Надо бы служить Родине. И это святая обязанность каждого из нас, солдата, офицера, генерала. На войне, как на войне, Родина возложила на тебя обязанность служить там, где она считает нужно. Служи. Приказы не обсуждаются. Так было во все времена. Иначе бы нас здесь с вами не было. Родина
приказало служить крайним севером, значит, так надо. Надо служить на подводном флоте, или на космодроме, или в Кубе, или в Афганистане. Наша родная земля не знает войны уже почти 75 лет. У нас самая боеготовная армия в мире. Нас боятся. У нас бесстрашный, горячо любящий родину солдат. С нами Бог. Русская православная церковь всегда молила Бога о защите Отечества. И Господь Бог сохранил нашу державу. Русская православная церковь во все времена поминает павших за Родину, верных сынов отчизны. Слава героям нашего Отечества. Пусть будет мир на нашей земле во все времена. Да хранит нас Господь. Вечная память всем погибшим за веру и Отечество, душу свою положивших. Благодарю вас. Благословил Бог наш всегда, но непресный во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, и мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иди и сил, и духи. Да светится имя Твое, да принеса все Твои, да будет воля Твоя, помилуйте и убедите. Нет, мы все слушали, дашь на весь, и оставь на долги наши, как и мастера в грехом нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от того, да потери царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, да будет Христа, и молитвы, и Бог, аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Живы в помощи вышников крови Бога Небесного дворица, речет Господи, весь заступник мой, и прибежище мой, Бог мой, уповай на Него. Я потом избавился от всего слове си мятежных, письма своим осените, покрыли Его надеявшися. Оружием обудите истинно Его, не убоишься страха ночного старину летящего дни. От вещего тебе приходящего с речи бесополуденного падет от страны твоей тысячи, и тьма десуник тебе, к тебе же не приближится. Убачая, чем от Твоему смотришь, воздание грешникам узришая, по Ты, Господи, пованившнего положилось и прибирище Твое, и при Тебе злой раны не приберите реси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе сохранить его сих путей Твоих, на руках возьми Тебе приднешками ногу Твою нас, видимо, сири скоросудшие, потерящая из мяка на мио пола, не извали потолька, познаеми моего завет ко мне, услыши вас, не без скорбих из моего, и прославь Бога Твои дни, исполни выявлемо спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но не присни во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Со духи праведно скончавшиеся, души раб Твоей спаси, упокой, сохраняй ублаженной жизни, ожу Тебе, человека любче, покоящим Твоим, Господи! Иди же все святые Твои упокоиваются, упокой души усопших раб Твоих, яко единый си человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты сего сошед в ату закованных разрешивый, сам душа раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Едино чистая и непорочная Дева Бога без семени родшая, моли спастися душам их. Помилуй нас, Боже, помирись и милости Твоей, молимся, и услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вече молимся о упокоении души усопших, власти и воинства, за веру, душу свою положивших, в военных сражениях, и вы же проститесь им всякому прегрешению, вольному же невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якуда Господи Бог учини души, ходи же праведнее упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов их, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. О, дай Господи, Господу помолимся, Господи, помилуй.
Боже духов и всякие плоти, смерть по праву взяла, упразднивый живот миру твоему здравого, и сам Господи упокой душу усопших всех, зде ныне нами поминаемых власти, вождей воин, воинов на поле брани убиенных, и рабов Божиих Дмитрия, Владимира, Андрея, вместе с светлыми, вместе с злащими, вместе покойнее, отмюду же отбеже болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, с одним словом или делом, или помышлением, яко благие человека, любез Бог, прости, яко не человек, же жив будет и не согрешит. Ты будем, кроме греха, правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истина, яко Ты иси воскресение, живот и покой, усопших, все сделанные нами поминаемых, Дмитрия, Владимира, Андрея и всех, вождей воинов на поле брани убиенных, Христе Боже наше Тебе слава, ссылаем со безначальным Твоим Отцем, Иисус Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом на ней присный во веки веков. Аминь, премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую Херувим, славнейшую Бессранний Серафим, Вестлини Богослово, Существующую Богородицу величаем. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу на ней присный во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы причисти Своей Матери, преподобных и богоносных, Отец наших, все святых, душу от нас приставшиеся, все сделанные нами поминаемых, вождей и воинов, на поле брами убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым, благим и жатарящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, душу усопшим, всем зде ныне нами поминаемым, Дмитрию, Владимиру, Андрею и всем властим и вождем и воинов на поле брани убиенных, и сотвори им вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память, души их во благих водворятся, и память их в рот и рот. Царство Небесное, вечный покой, душу усопшим всем солдатам, воинам на поле брани убиенных. Царство Небесное, вечный покой. Нам всем здравия и спасения. Здравствуй, мама. Я пишу тебе письмо. Знаешь, мама, у меня все хорошо. Светит солнце, все нормально. С гор спускается туман. Знаешь, мама, здесь не страшно. Просто здесь Афганистан. А вчера я во сне всех видел вас. Как сестренка перешла в четвертый класс. Ты бы, мама, к нам почаще Ольгу в гости бы звала. Ты скажи, что вернусь я, чтоб она меня ждала. Вчера почтальон принес письмо, а вчера горе стукнуло в окно. Мать не может оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони строчки этого письма. А вчера горе стукнуло в окно. А вчера почтальон принес письмо. В нем живое и смеется, и так хочется пожить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность. Ты не вправе нас забыть. Почтим память земляков, участников военных конфликтов минутой молчания. Thank you.
Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зарницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане те, кто с заданий, едут на родину милую, в землю залечь. Отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло, тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять бача подвел потери роду. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. На этом торжественный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, считается закрытым. Государственный флаг Российской Федерации, флаг Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» смирно! Полшага, шага! Марш!